центре игра неиграбельна уже года 4. Ну-ка, Димочка Левша. Вот, казалось бы, да, СТБ из Львенок Тим. Но все равно все правильно написано. Взвод сформирован. Браток, здравствуй. Слушай, у нас тут этот журнал, да, сиськи-письки. Расскажи, пожалуйста, а почему центр неиграбельный? Что ты мне хочешь сказать? Я хочу поздороваться, вежливо, без оскорблений. Здорово. Здравствуй. Здорово. Скажи, пожалуйста, почему центр неиграбелен? Просто почему? Уже, да, он же года 4, центр... Извини, перебью. То, что неиграбельный, я понял. Почему? А потому что там опрокидывают со всех сторон. Там картодела опустили эту карту, вот именно центр, что теперь там нет даже горы, чтобы от уэнов поиграть. Не, ну типа, я обычно еду на центр, да, вот в таких сетапах, высовываюсь очень аккуратно, высвечиваю вот эту херню. А зачем ты туда едешь? Ну так ты послушай. Чтобы тебя ебашил арта? Да нет, за не, вот, а, вот арта ебашит, поэтому я езжу на центр, когда арта либо одна, либо две, когда три не еду. Вот, ну типа, от тебя сейчас толку никакого, ты если бы встал в центр, ты бы высветил вот эту хуйню. Ее бы быстро... Я уже 1500 светил. Не, но это ты молодец, да, это СТРВ пересветил. Ну, понятно. Ну, хорошо, ладно. Удачи, все, все. Пятница, это, как известно, день хороший. Да. Нет, я на Чифтене сюда езжу, на 279 сюда езжу, именно в этот куст. Я пересвечиваю, я даю свет. И в чем забой, вывожу даже проигрышный бой, я вывожу 5000 света. Еще, ну, накидать там, конечно, не особо бывает, если проигрышный. А вот, так еще окей. Накидываю. Короче, все, стреляй, вон, я запустил тортилу, блядь, свою. Все, сейчас я... О, меня слышу. Зачем ты это делаешь? А это по приколу, чисто я приколю. Смотри, прикинь, Эмили, сейчас я засветил. Бля, хорош, а я, прикинь. Ебать, сука, охуенно, слушай. Прикинь, сейчас Эмили даже я светану сейчас. Так это вообще охуенно. Вообще нормально. Все, нормально. Сейчас победим, сейчас. Зачем? А все, победим сейчас. Ну как там? Я сейчас побью, сейчас тебе там морда въебет разу. Да, я чисто киберспортсмен, мне похуй. Ну то есть я конкретно подписчик левши, мне просто что, поебать. Понял. Да, я стрим Корм 2 смотрю, мне просто похуй, понимаешь? Я ебашу, бля, как Димон. Что? Не, левша так не делает. Левша грамотно играет. А ты играешь как Картава. Как кто игра? Как Картава сейчас отыграл. А Картава это кто? Я розовый бедокас? В смысле? Ну как Корбан отыграл. Прям один в один. Один в один? То есть Корбан пидорас? Естественно, ты как думаешь? Так, а почему Корбан пидорас? У него даже камуфляж розовый, как у пидораса, блядь. Вот это правильно. Нормальный это... мужик, нахуй, камуфляж такой не поставит. Ну еще, блядь, дым, как бы хуй во рту. Да хуесос он конченый, блядь, я согласен. Не, я как Димон ебашу, отвечаю. А ты отыграл то же самое, как Корбан. Не, я как Димон ебашу. Я как Димон ебашу. Корбан ролик, я понял, все, давай удачи. Давай удачи. Минус отметка, чуваки, едем дальше. Вы же понимаете, что, типа, Эмили, он бы сейчас ебал с центра, будь он на центре, который светил меня, но ему этого не понять. Так, где Е5? 4000 он насветил. 46%, 162 тысячи боев, нахуй. Вот такой вот, блядь, гражданин, нахуй. Вот, пожалуйста, фиксируйте, блядь. Вот такой вот пацан.